Итак, друзья, навозная куча. Вы думаете, я где-то в поле. Наверное, шум моря меня уже сдает. Вон одни мухи летают. Как-то вот так это выглядит. Отходим чуть подальше, показываем прямо возле нее. Загорают люди, но, наверное, не успели вы как бы вычистить их, убрать. Это вот, наверное, единственное. Купаться, наверное, вообще это как показано. Не противопоказано, а показано. И смотрите, здесь начинается жесть. Вот именно с этого места мы находимся сейчас. Вот дом отдыха «Голубая даль». То есть это их пляж. Можем наблюдать такую картину и просто... No comments. Это как смола. Обратите внимание просто, как смола прибивается к берегу. Насколько это воняет, вы даже себе представить не можете. О, Черное море. И говорят, что это полезно. Приходите, обмажьтесь. Особенно хотел бы посмотреть на тех, кто говорит об том, что это полезно, чтобы они в первую очередь пришли. И вот этой жижей вонючей просто намазались. Еще раз говорю, репост, подписка, друзья, нас должны слышать. Если услышат, то это будет аврально убираться, и вам не придется как этот мужчина лезть через эту грязь. Я в шоке. Пляж «Сок Спутник». Забор это понаставили. С забором это все хорошо. Смотрите, какие кучи. Я собираю донаты на молоко за вредность данной процедуры. Как я хорошо себя чувствовал в Витязево, в Джимате. Зачем я сюда приехал? Я не люблю хайпить, не умею это делать. Вы видите все своими гаврами. Но это честно не похоже на какие-то водоросли. Это честно похоже реально на какую-то канализацию, или, я не знаю, где-то прорвало, и вот именно здесь выпало. На нефть похоже. Но запах вонючий, то есть он перемешка вот с тиной, и море пытается это раскачивать потихонечку. Двигаемся дальше, посмотрим все-таки, насколько раскинулась данная красивая культура, которая воняет на пляже. Поэтому сегодня вот мои подписчики сказали, что они пришли на пляж и были в шоке. Что здесь вот произошел такой выброс чего-то непонятного после шторма страшного, вонючего, грязного. Ну, я не знаю, вот представляете, вы плывете по нашему действительно черному, вонючему морю. Вот где-то должны быть катамараны, которые, по-моему, еще в прошлом году нам обещали, которые должны вычищать все то, что здесь происходит. А вот здесь люди дышат сероводородом, наверное, которым воняет в своих загонах законных, которые город Куртанапа разрешил понаставить, да побольше. И сразу же возле них... Интересно, вот я посторонний или нет? Вот раз запрещен вход посторонним, я вот не знаю, как себя... Сан-Марин, да ладно, вот это пляж санатория Сан-Марин, показывал вам, друзья, вы приехали в Сан-Марин подышать, просто действительно, а дальше там море лазурное, видно все хорошо, красиво, а здесь надо какие-то сети, вот как раз таки ловители, чтобы вот эта безжизненная жижа, видите, в ней особо никто-то не купается, насколько она полезна, не было, вот ребенок стоит, играется, вот здесь вроде бы все, становится полегче даже уже, дышать попроще. Видим, конечно, что пытаются все это счищать вместе с песком. Наверное, будут куда-то вывозить за барханы и выгружать, чтобы оно там перегнивало. Говорят, там тонны там вывозят. Здравствуйте. Да ладно. Как тебя зовут? Анечка, тебе воняет из моря тут? Да. Да? Грязная. А ты где отдыхаешь? В Анапе. В Анапе. А здесь мама... А вот, в Сан-Марине как раз, да? Да. Да. Печально у вас пляж. А что говорят, будут убирать море? Не знаешь. Ну, кому хочешь привет передать, передавай. Мам, мне спасибо огромное. Давайте я тоже руку пожму. Спасибо, что смотришь. У меня просто столько детей. Хорошего тебе отдыха. Пока-пока. Ну вот я ради этого веду свой блог. Вчера на эфирах к нам подходило очень много людей, детей. Я был рад. Здесь вот просто теневые зоны.
возле воняющего моря, черного, какая-то обувь приплыла. Куча вот этого вот всего гниющего по пляже. Даже комментировать, честно, не могу, потому что, еще раз говорю, вот у меня дети смотрят, я бы сейчас загибал здесь трехэтажное, складывал, показал, как я работал на стройке, как мы общались, вот сейчас бы я на «ты» пообщался бы со всеми теми людьми, которые должны отвечать как бы за уборки пляжа. Я вот не понимаю, что мешало ночью успеть все это вывести, неужели техники в курортном городе Анапа не хватает, чтобы море стало почище, стало более, так сказать, претенциозно выглядеть, для того, чтобы люди приезжали и не видели вот этот позор просто. Вот они, глубоководные спуски в канализации, о которых я буквально недавно записывал свой видеосюжет. Вот шторм подняло, походу, эти глубоководные спуски, потому что воняет, я не знаю, это не водоросли. На самом деле, вы видите, что вода просто черная. Это вот, как знаете, вот в болоте в каком-то, вот стояло там гнило-гнило, и потом бац, к берегу прибило. Посмотрите, вот сюда. Просто жестоко смотреть на тот водоем, который ты искренне любишь, в котором сейчас вот происходит эта вот вода. Я даже боюсь вот наступить в эту воду, потому что я понимаю, что мои ноги будут вонять. Друзья, я вам открою секрет. На пляже Кавказ сегодня была чистая вода. Не то, что я там прям хочу вас призвать там не купаться в Анапской бухте или еще что-то. Просто не портите себе отдых вот таким вот полезным сероводородистым веществом, которое... Как-то так вот, посмотрите. Просто характеризуйте, что это. Еще раз прошу, сделайте, пожалуйста, репост, потому что без как бы общественного резонанса никто это убирать даже не будет. Они, видите, ну, пытаются что-то, но надо как-то более быстро, качественно, потому что если создается проблема, проблема должна решаться. Особенно в сезон, потому что кто-то приезжает на 10 дней, и даже 2 или 3 дня минус такого отдыха, это будет печально. Я все-таки хочу попытаться дойти до того места, где кончается это пятно. Там вот видно, что дальше люди выходят в море, и, наверное, там все-таки почище. Здесь уже начинает кружиться голова немножко от количества вот этих газов сероводородистых. Здесь мы видим, что было вот водоросли собрано, потому что песок более-менее вычищен. Ну, вместе с песком, то есть будут увозить. Все, это не жалко людей, которым особенно приходится проходиться. Вот что идет мама, говорит этому ребенку: сынок, не пугайся, все будет хорошо. Мы дойдем до чистой воды с тобой. Но осознание того, что где-то рядом такое вот пятно имеется. Хочется вам ехать в Анапу? Вот. Мне говорят, что Юра, ты постоянно там то водоросли, ты нытик там и так далее и тому подобное. Еще раз говорю, друзья, если молчать и говорить, что все хорошо, и если не озвучивать проблемы, то проблемы никогда решаться не будут. И это звучит именно голос из души, то есть не голос ради хайпа. Меня вот сегодня вот искренне попросили, сказали, пожалуйста, съезди, покажи. То есть еще раз говорю, вот как в начале видеосюжета, я мог сейчас сидеть дома, обрабатывать фотографии и спокойненько, потихонечку работу работать. Погодное видео сняв был у себя на пляже, в кристально чистой водичке, и все. Но озвучиваем проблему, ту, которая образовалась здесь и сейчас. Не знаю, что это за пляж, такие вот тут навесы стоят. Ну, вот спасатели сидим, просто спасаем. Тут спасать-то некого, никто не купается, что, выходной. Класс. Ну вот здесь 11 минут, ну, получается, пешей прогулочки заканчивается этот ужас. Вот как-то так. Не знаю, если где-то есть еще такие выбросы на пляжах, пишите. Мы их обязательно покажем. Но вы мне скажите, на что это просто похоже. Там, как говорите. Чуть на меня не попал, пока эту фотографию сделал на заставке. В общем, я не стесняюсь показать свое лицо. С вами был Юрий Азаровский. У нас сейчас, наверное, будет какой-то шторм или еще что-то. Это были кучи овна на пляже города-курорта Анапы. Назвался курортом, должен соответствовать. Я как-то так думаю. Хочется, чтобы все-таки получше все это работало. Еще раз прошу, репост, пожалуйста, комментарий. И еще репост, репост, репост. Всем хорошего настроения. Что-то хорошего ничего нет.